Всем привет, ребят. Ну что, почитали ваши комменты по поводу сервокоп. Как видите, вот это все сервера практически, которые есть, на которых можно играть. И играют люди, то есть они в большинстве случаев акциями похожи на английский сервер. То есть европейские сервера переделали, к сожалению, русский. Наш так и не сделали, не подогнали. Но это такое. И написали ребята в комментах по поводу самого ценного, наверное, для бездоната, это ежедневки. И сейчас мы пройдемся опять же по всем серверам и посмотрим, где какие ежедневки, потому что от ежедневок тоже очень дофигища плюх. Разных дают, возможно, мы что-то увидим интересное. Я, честно говоря, никогда над этим не задумывался, так как я большинство ежедневок пропускаю. Но если вы играете без доната, то для вас это очень важное будет, потому что вы там можете получить как халявные самоцветы, так и ресурсы для прокачки, так и карты. В общем, поехали. Давайте начнем с русского сервера. С тех серверов, на которых в основном играют люди, большинству. То есть у нас есть неделя, и вот за каждый день, за каждый вход вам дают определенные плюхи. Вот на русском плюс 40 самоцветов. Как видите, и потом дается бонус, седьмой день уже дается 100 самоцветов плюс карта. За 7 дней вы получаете дополнительно 200 самов и такую вот карту легендарного героя акция, плюс 650 кулачков. Ну, в принципе, относительно, я скажу, неплохо. Недавно, ну как недавно, уже давненько ввели это, раньше такого не было, раньше было там просто за вход. Если я не ошибаюсь. Ну, короче, фигня была. Вот это реально хорошая тема. Так, окей. Поехали. Английский Android. Где я сейчас провожу в основном все свое свободное время, когда я играю в игру. Потому что здесь обзоры и все остальное. Так. Смотрим. То же самое. То есть один в один. Карта, ничего, никакого отличия по сути нет. Поехали на китайку. Награды меняются тоже периодично, то есть есть изменения некоторые, но мне интересно посмотреть, что на других серверах. Так, китайка. Видите, вот награды есть на некоторых серверах, дают, вот здесь дают 5 камней, например, это 1500, а здесь дают 250, а точнее 20к орденов, в принципе, тоже неплохо, плюс на аренку карты, то есть здесь такие плюхи чуть-чуть отличаются. Вот так вот Бигфутика затащили. Так, это, по-моему, немецкий сервер. Там писали в настройках же есть страна. Сейчас будем смотреть. Знать бы еще все флаги. Такс. Надо погрузиться. О, у нас есть тут. Раз, два, три, четыре. Так, а что у нас тут интересного сегодня есть? Здесь. Сейчас зайдем в настройки. А, вот Индонезия. Это индонезийский сервер. Такие вот плюхи сегодня здесь. Почем у нас огник? 50 баксов. Дороговато, я вам скажу, не так уж и дешево. Какие-то их акции. Ладно, нас интересует немножко другое. Так, награды за вход. Здесь стабильно, видите, дают по 50. Просто тупо кулаки меняются. Вот последняя карта. Осколки. Стабильная еженедельная наградка.
Так, это конфликт Кастел, это Индонезия, будем знать. Надо попереименовывать. Шлем Конин Индерсклящт. Короче, что-то такое. Давайте посмотрим. Ну, тут... О, это бесплатные плюхи. Видите? Попали мы на бесплатные плюхи. Интересно. Таких акций нет. А что здесь? Ну, то есть на каждом сервере можно так щелкать. Вы можете уже сами позаходить, посмотреть, какие там есть акции. Но это донатная акция. А нас интересует... О, ничего себе. Посмотрите, какие здесь. 25, ребят. 25. По 2, это те же самых 50. Получается, казалось бы, 25 по 10 по 250 самов. Размечтались. Так, но зато здесь дают ЗПшки, что тоже немаловажно. 10 слизней, 10 карт. 5. Я вам скажу, неплохо. Плюс так, и вот так вот мне это больше нравится даже. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, я считаю, что на всех серверах, так как это одна единственная игра, должно быть все одинаково. То есть, чтобы люди играли там не с какими-то приоритетами. Получается, для каждого сервера свои условия. Из-за этого люди начинают бегать. И это печально. Так, что-то как-то у нас все через Ж. Испаньол, понятно все. Че на испаньол? Ну, то же самое, то есть тут даже заморачиваться не будем, а вот здесь посмотрим. То же самое. Тут немножко по-другому. Так, хорошо, с этим разобрались. Акцептар. Так, поехали следующий. Ну, видите, пока только немка удивила. Вот реально немка удивила. Там, по-моему, за немку и писали насчет ежедневок. Остальных, скорее всего, ежедневки одинаковые, там, где акция одинаковая. Сейчас посмотрим. То же самое. Это что у нас? Будем по чуть-чуть изучать. Португалия. Окей. Поехали сюда. Интересно, что здесь будет. Тут точно так же все наоборот. Здесь дают некроса. Вот так вот. Да, вот здесь вот 80 за 100 вообще ни о чем награды. Ну, тут, скорее всего, такая же еженеделька. Да. К сожалению, да. Короче, непонятно, что это. Такс, 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 такс. Ну, судя по всему, то же самое. Да. Франция. Ну, я скажу вам, единственное, что я пока только увидел, это немка отличается. И реально отличается. Ну, и китайка немножко. Ну, я думаю, азиатские вот эти вот тоже будут отличаться существенно. То же самое. Ничего себе. Сейчас мы тут выбьем имбу по-любому за 450. Оп.
Бочка нам не упала. Такс. Поехали сюда. Только, блин, 10 минут потратили на то, чтобы перезаходить. Но зато интересно посмотреть, где же все-таки оно немка, пока не конкуренции, как по мне. Так, тут то же самое. Это кто у нас? Как это мы здесь не ролили по 450? Ничего себе. Это было жестко. Это какие-то два иероглифа. Вангу сейчас будет имба. Я же говорил, будет имба. Так. Поехали еще два. Все-таки есть отличия. Походу Турция. Честно. Это, по-моему, Турция, если не ошибаюсь. Этот или следующий. Смотрим, что на турецком есть. Так, 20 штук, но все за донат. 200 за донат, 20. Видите, тут за донат в основном. Что-то Леди Лео, Дрейк, ничего себе. Да, тоже ничего не меняется. Кулачки только внизу дают. Но видите, они на некоторых дают кулаки. На некоторых карту, но арену. Ну, я думаю, кулаки, наверное, 650к кулаков. Я говорю, 650 кулаков более приятно. Так, это было то, чем это единственный сервер. И можно сразу же перейти на платформу. Тут тоже ничего не поменялось. Ну, акции немножко другие. Ну, а так, в принципе. Ну, как видите, вот немка выделяется и немножко китайка. Все остальное по шаблону. То есть ничего сверхъестественного нового нет. Посмотрим, сделаем еще, думаю, один заходик на следующей неделе и проверим. Посмотрим, может, какие-то изменения есть. В общем, пишите комменты. Я на этих серверах всех не знаю, не играю. Пишите, кто на каком играет, что там интересного есть. И будем уже ловить эти акции и делать обзор для тех, кто только пытается где-то начать играть, либо хочет перейти на какой-то сервер. Все, всем удачи, всем пока.